Хари Кришна, дорогие друзья, дорогие вайшнавы. Сегодня мы проводим четвертый день яги периода Питрипакша. И хотел очень поблагодарить преданных, которые делятся своими реализациями у нас в чате. И так, хотел зачитать. Сейчас они куда-то уже уехали, эти сообщения. Очень интересно, когда преданные рассказывают какие-то вещи, которые происходят с ними во время нашего марафона. И вот Оксана пишет: после первых трех яги сегодня мне приснился мой род. Собрались все. Я это почувствовала, не всех знаю. И были три девочки без пап изначально. И вдруг к каждой девочке подходит мужчина и говорит, что он ее папа. И все как-то естественно происходит без обид и обвинений. И каждый папа собирается идти на работу за зарплатой. И каждый папа берет свою девочку за руку и говорит: пойдем со мной на работу получать зарплату. И каждая соглашается, идет с папой. Одна из девочек — моя дочь. Мы с ее папой разошлись, когда ей и года не было. Другая девочка — я. Меня воспитывал отчим, хороший человек, но не родной. А третья девочка похожа на мою бабушку. У бабушки папа пропал без вести в первый год войны, в 1941. И такое счастье в сердце, и сильная любовь до слез к Господу. Очень сильные эмоции, очень хочется плакать и всех любить сердцем. Шлока Бхагавад-гиты 15.15. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходят знания, память и забвение. Цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток вед. Это вот одно сообщение сегодня пришло. Спасибо большое. Другая вайшнави тоже пишет: и мне сегодня приснился мой дед, который прошел войну. Он сидел в махапрасадной одежде от преданных на том месте, где я кормлю родных, и ждал пинду, ждал прасад. Другая матаджи Наталья тоже пишет: мне тоже был сон накануне Питрипакши. Пришел отец, он оставил этот мир в 21 году. Зашел в помещение, но я его не видела, только очертания, но поняла, что он пришел. И там же в этом помещении была мама. А уже наяву на следующий день мама рассказала, что ей тоже снился сон, хотя очень-очень редко снятся, что какой-то мужчина, она его не видела, говорит: у тебя руки такие горячие, погрей мне руки. И мама помнит только его руки. Она ухватила и начала согревать. Это нам в одну ночь приснилось, в ночь на 17 число, вот, собственно, на начало Питрипакши. А мама не знала, что будет вот этот марафон Питрипакши. Вот, спасибо вам большое за эти реализации. Это тоже вдохновляет, поддерживает, стараться больше вкладываться в эти марафоны, в молитвы за наших предков. Вот. Причем хочу сказать, что не нужно расстраиваться, если у вас, если вам ничего не приснилось, потому что, ну, все люди разные, у всех способность к восприятию этого тонкого мира, она тоже своя. Мне, например, тоже вот какие-то вещи такие редко снятся, вот, поэтому, когда я читаю ваши сообщения, то тоже очень вдохновляюсь. И даже если вам приснились кто-то из близких в каком-то нехорошем ощущении, то тоже не надо из-за этого расстраиваться. Дело в том, что, ну, вообще карма — это очень тяжелая, жесткая вещь. И очень быстро от каких-то плохих последствий так просто действительно не избавиться. Иногда нужно долго какая-то работа, если джива попала, душа попала в какое-то темное место этой вселенной. Но хорошая новость в том, что вы уже знаете, что есть вещи, над которыми нужно работать.
Потому что иногда вот что-то в теле болит, да, а ты не знаешь что. Пошел к одному врачу, говорит, о, ну, не знаю, может, почки. Проверили почки, все нормально. Ну, наверное, печень. Вот, и так вот человек ходит туда-сюда, непонятно. А тут, если вот есть какой-то нехороший сон про кого-то из близких, ну, значит, что нужно больше внимания ему уделить, больше молитв возносить, больше каких-то усилий прилагать, Бхагавад-гиту за него почитать, попоститься и кадыши. Вот, кстати, ближайшие кадыши, да, Индира и кадыши, он как раз вот предназначен для того, чтобы оказать помощь нашим ушедшим близким. Я чуть поближе к этому кадышу постараюсь написать поподробнее, что мы можем сделать, как мы можем помочь. Вот. И хотел также еще вернуться к теме, которую подняла сегодня в чате Матаджи Падма Манджари относительно пожертвований. Да, мы уже очень благодарны вам, то, что вы сделали по 1000 рублей пожертвования за все 16 яги. И это действительно позволяет нам провести хорошие ритуалы. Вот здесь у нас много фруктов, которые мы потом раздаем. Вот, каждый утром мы раздаем завтрак от преданных, потом треть ваших пожертвований, они пошли на распространение книг Шрилы Прабхупады, что уже само по себе очень сильное и мощное яги. Вот. Но сам этот период, он обладает очень большим потенциалом, и почему бы действительно не постараться задействовать все возможности. Вот. А возможностей на самом деле очень-очень много. Например, вот завтра очень особый день. Завтра у нас на небе Барани Накшатра, и у каждой Накшатры есть свой девата, который управляет этой Накшатрой. Так вот, Барани Накшатры управляет Йомарадж, собственно, девата, который заведует загробным миром. И завтра также суббота, это день Шани Махараджа, личности, которые приносят нам плоды нашей кармы. Вот, то есть со всех точек зрения завтра очень сильный день, очень его выделяют Шрадху в Барани Накшатру. Еще вот другая есть Накшатра Макха, она тоже у нас будет что-то там, по-моему, через 10 дней. Она находится непосредственно под управлением Питри, предков. То есть вот из Накшатра вот именно эти две особенно выделяют Барани и Макху. И, конечно же, хочется сделать в это время что-то особое, и вот на наше счастье, Матаджи Падма Манджари, она сейчас находится в Майпуре. Вот, и из тех пожертвований, что вы сегодня сделаете, мы сделаем какое-то особое подношение Господу Нарисимхадеву. Предложим ему тоже вот списки наших предков. И это только одна из возможностей. Также вот у нас, например, по субботам в храме всегда раздается обильный просад вечером. Его готовит команда индийских преданных наших, индийских прихожан. Вот, соответственно, если будет достаточно каких-то пожертвований, значит, тут еще и часть, по крайней мере, этого просада оплатим, чтобы наши предки получали больше, больше, больше благословений. Чтобы вот таких рассказов, какими вот поделились с нами три матажи, чтобы их было больше, чтобы действительно наши предки испытывали счастье, что у них есть такие дети, внуки, которые стараются за них молиться. Вот. Но если у вас нет возможности что-то пожертвовать, то не надо перенапрягаться. То есть, ради бога, чтобы не было таких случаев, что там дома дети голодные, да? Мама, когда мы будем кушать? Сегодня не будете кушать, я все деньги на Питри Ягью отправила. Нет, вот, пожалуйста, везде нужен, конечно, разум и какое-то чувство меры. Вот, если ситуация какая-то сложная, то того, что вы уже перевели, уже это хорошо. Вот, потому что, ну, да, действительно, Господь, Он всегда смотрит, сколько мы оставляем для себя, поэтому не переживайте, если у вас нет возможности что-то пожертвовать еще дополнительно. Вот, но если
возможности позволяют, то почему бы нет? Мы можем сделать очень-очень много хорошего и полезного в рамках этого марафона дополнительно. Вот, и как я уже писал, сегодня мы будем читать... Можно заходить, не бойтесь. Хари Кришна. Петру Пакша. Да, вот да? Как раз вы... Да, а я посмотрела, испугалась и ушла, думаю, наверное... Почему? Один человек дома не может быть. Нет, нас тут много по трансляции. Ну, по трансляции? 200 человек, как минимум. Да нет, почему? Вот. Да, сегодня мы будем читать Брахма Самхиту. Это прекрасный гимн, который очень любит Шрила Прабхупада. Мы знаем, что каждый день приветствие божеств проходит под воспевание Говиндам Адипурушам Тамагам Баджами. И некоторые брахмачари, они испытывали беспокойство, зачем вот женский голос как-то вот там очень сладко поет этот бажан Шрила Прабхупада, давайте мы лучше запись вашу поставим, какой-нибудь там другой бажан. Вот, но Шрила Прабхупада, он настоял, что вот во всех храмах ИСККОН, во все времена должен звучать именно вот этот гимн Говиндам Ади Пурушам. И сегодня мы прочитаем все эти стихи Брахма Самхиты для того, чтобы порадовать Шрилу Прабхупаду, для того, чтобы порадовать Верховного Господа. И Брахма Самхита – это один из тех гимнов, которые, ну, я бы вот посоветовал, если хотите учить какие-то санскритские стихи, то это, вот, наверное, один из первых, которые нужно начать учить, потому что очень он красивый, он легко ложится на сердце, вот, и его легко повторять. И благодаря тому, что вы будете учить Брахма Самхиту, потом уже другие гимны тоже будет легче изучать. Ну, по крайней мере, у меня так было. То есть Брахма Самхита – это первый гимн, который я старался регулярно читать божествам. Вот. Надеюсь, может быть, в результате Питрипакша у вас тоже такая привычка полезная появится. Это будет очень-очень хорошо. Вот. Итак, сейчас мы перейдем уже к самой церемонии. Сейчас сначала давайте мы сделаем ачиман на правую ладонь присутствующим здесь вайшнаве. Я помещу капли воды. Те, кто онлайн участвует, тоже, пожалуйста, сделайте ачиман. И выпейте, пожалуйста, мандры. Ом Кешавая Намага. Ом Кешавая Намага. И еще раз. Ом Нарайная Намага. Ом Нарайная Намага. И третий раз. Ом Матхавая Намага. Ом Матхавая Намага. Ом Апавитра Павитрава Сарва Вастам Гата Пива Ясмарит Пундари Кашам Са Бахья Абьянтара Шучихи. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. И сначала я очищаю эту арену, где будет происходить наша церемония. Мы выражаем почтение Матери Земле, на которой мы проводим эту ягью. Ом Рикидвам Притхивиру Пхитаварнаси. Выражаем почтение Матери Корове, которая дает топленое масло для этой яги. Ом Рикидвам Гуру Пхитаварнаси. Выражаем почтение священным рекам, которые очищают все подношения. Ом Рикидвам Каринди Рупа Кришнаварнаси. Мы выражаем почтение богине процветания Лакшми Деви. Ом Рикитвам Ширупасу Варна Варнаси. Мы выражаем почтение Сарасвати Деви, чтобы она осветила те гимны, которые мы будем предлагать сегодня Господу. Ом Рикитвам Сарасвати Рупашка Варнаси. Ом Нираста Правашу. Ом Асякрама Пняхам Банта Бранта. Ом Пняхам, Ом Пняхам, Ом Пняхам. Ом Асякрама Свасти Банта Бранта.
Айшмадай свасти, ом свасти, ом свасти, ом свасти. Ом ася пранавихим ваду бранту, ом ридатам, ом ридатам, ом ридатам. Ом. Свастино Говинда, свастино Чананда, свастино Васадевишна Дадату, свастино Нарайна Раваи, свастино Падмарва Прашатма Дадату, свастино Вишоксана Вишешвараха, свастино Хришикиша Хари Дадату, свастино Врити Харихи, свастино Джанастохнур Баграту, свасти, свасти, Сумангела Кишамахан, Шри Кришна Сачитананда Гавана, Сари Шриша Дадату. Сейчас мы совершим санкалпу, торжественное объявление о начале обряда, и попрошу, чтобы вы зачитали свои имена, имена ваших ушедших близких. Ом даса чигандавна ашам, шибадити ачадагатра, вишнарата даса, шей кришна бриттаркам, аваха нохама, рамам кришья мим. Свою любовь. И закалпу молится. Павел, Марфа, Константин. И также список, который нам подал проект интернет Санкиртана. Можно сейчас взять четки и минут 20 почитать Хари Кришна мантру. Сарваканти Девидаси за Шьям Вилас Прабу, Мунта Михаил, Мунта Надежда, Валерий Малышев за Малышев Николай, Каратеев Алексей за Каратеев Владимир, Каратеев Иван, Каратеев Юрий, Храмов Алексей, Храмова Маргарита, Каратеева Мария, нерожденный ребенок Каратеевой Марианы, Камскова Оксана за Фадеева Мария, Фадеев Александр, Риаута Наталья за Михалевич Виталий, Михалевич Мария, Риаута Игорь за Риаута Александр, Вишнуприя Девидаси за Шьямвилас Прабу, Назаркин Михаил, Назаркина Ольга, Имамеева Флора за нерожденный ребенок Вороновской Гульнары, Троц Сергей за Троц Василий, Горошко Яков, Ким Валерий, Александрова Любовь за Александрова Мария, Аверьянова Лилия за Аверьянова Раиса, Карамзина Алла за нерожденных детей Карамзиной Аллы и Зединой Людмилы и нерожденного ребенка Фадеевой Александры, Рябов Алексей за Рябов Владимир, Рябов Василий, Рябова Александра, Старшинов Николай, Старшинова Евдокия, нерожденные дети рода Рябов, Кози Владимир за Денисова Лидия, Кози Елена за Сапега Николай, Сапега Феня, нерожденные дети Елены, Сангадиев Чингис за Церендор Жиева Церендолма, Ирина Рыжова за Рыжов Александр, за Тлевитер Степан, Сайфулина Лена за Гарипов Марс, Гарипова Роза, нерожденные дети семьи Сайфулиных, Ачута Прия Кишори Давидаси за Якубов Исмаил, Якубова Кумархан, Баубеков Марат, Имамиева Флера за Мулахметов Мулахмет, Мингазова Райхана, Магрупова Марсалина, Григорьева Екатерина за Пименов Семен, Пименова Лидия, Халтурин Василий, Ваганова Галина, Алена Бельмас за Кураженко Валерий, Кураженко Сергей, Иванова Елена за Васильева Любовь, Васильев Василий, Иванов Никофор, Кутузова Агафья, Рехтин Татьяна за Макаров Анатолий, Макаров Александр, Иванова Светлана за Иванов Иван, Иванова Мария, Карацупа Павел, Карацупа Таисия, Бураков Клим, Буракова Евросиня, Рабания Кян за Тисмайер Августет, Тисмайер Вольтер, Кроке Клоке Ималие, Клоке Хайнрих, Рабания Ашраф Саадат, Рабания Джамал, Рабания Елена за Серегина Наталья, Морозов Борис, Серегина Евгения, Муха Владимир, Иванова Ли, Надежда,
Серегина Лев, Серегин Федор, Серегина Мария, Анастасия Алексеева, за нерожденный ребенок Анастасии Алексеевой, Павел Шевцов, Николай Комиссар, Сергеенко Алексей, за Сергеенко Василий, Сергеенко Павел, Сергеенко Анна, Токарева Тамара, Антонов Евгений, за Антонова Раиса, Антонов Евгений, Антонова Анна, за Клюкин Николай, Клюкина Лариса, нерожденный ребенок Антоновой Анны, Ступина Михаила, Юрская Наталья, за Холина Неля, Холин Владимир, Бушуев Калистрат, Бушуева Степанида, Александрова Любовь, за Александрова Мария, Шашкина Дарья, за Розин Рихард, Юров Александр, Юров Иван, Шашкина Нина, Садхана Ситхида, за Аверьянов Никита, Колегов Егор, за Колегов Егор, Грачева Евдокия, Колегова Лидия, Колегова Галина, Колегова Дарья, Рупа Манджари Дайдаси, за Динанам Прабу, Кандаурова Валентина, за Чароков Александр, Малышева Яна, за Савина Александра, Макарская Эмма, Малкова Нина, Малков Олег, Галатенко Павел, за Галатенко Владимир, Галатенко Нина, Галатенко Сергей, Буданов Владимир, Буданова Екатерина, Курием Бина Любовь, за Дюбаков Филипп, Дюбаков Константин, Дюбаков Николай, Дюбаков Сергей, Дюбакова Прасковья, Дюбакова Зинаида, Дюбакова Марфа, Борисов Ермолай, Борисов Николай, Борисов Василий, Борисов Гавриил, Зия Муляева Христина, Бесараб Людмила, Курембин Василий, Курембина Татьяна, Курембин Павел, Половинкин Иван, Половинкин Матвей, Жильцов Алексей, Мальцев Вячеслав, Скороходов Дмитрий, Перелай Валерий, Ингула Татьяна, Волошин Геннадий, Юрская Наталья, за Акиндей Гушуев, Проскевия Гушуева, Наталья Ласкина, Максим Ласкин, Марина Краси, за Ярослав Краси, Николай Краси, Мария Краси, Галина Евлашенко, Василий Елашенко, Аверьянова Лилия, за Бекетов Дмитрий, Вострикова Светлана, за Вострикова Александра, Вострикова Людмила, Кравцова Тамара, за Журавлев Владислав, Журавлева Ирина, Журавлева Улита, Кирьяков Степан, Стрепков Николай, Стрепкова Александра, Анафрей Мария, Воротников Виталий, Кравцов Дмитрий, Кравцова Александра, Ольга Матаджи, за Солодухин Владимир, Солодухина Валентина, Юрская Наталья, за Рахманова Алина, Мирошниченко Татьяна, за Черникова Прасковья, Черников Сергей, Новикова Оксана, за Новиков Владимир, Санеев Иван, Санеева Татьяна, Ширева Нина, Морозова Тамара, Букреев Сергей, Букреев Николай, Ширяев Николай, Квардаков Василий, Квардаков Андрей, Науменко Мария, Терентьева Татьяна, Терентьев Владимир, Богуш Ирина, Яковцев Михаил, Ковалец Ева, Яковец Михаил, Яковец Мария, Арнольд Алена, за Лариса Петренко, Галатенко Павел, за Сидин Алексей, Кожухов Сергей, Кожухов Александр Андрей, Графчиков Александр, Серебрякова Елена, за Петренко Анатолий, Петренко Мария, Букреева Надежда, за Квардакова Евдокия, Квардаков Николай, Ширяева Прасковья, Ширяев Моисей, Ширяев Алексей, Рогачева Анастасия, Галатенко Павел, за Доронина Мария, Перевалов Евгений, за Умнов Евгений, Умнов Владимир, Умнова Вера, Перевалов Петр, Перевалова Надежда, Бирюкова Инна, за Ожилист Николай, Ожилист Мария, Рудковский Виктор, Киселева Матрена, Бирюков Игорь, Шушакова Анна, за Леговина Светлана, Леговин Анатолий, нерожденные дети Леговины, Мотягина Анна, Иванов Виктора, Леговин Николай, Ляхина Анна, Арнольд Алена, за Литвинов Виктора, Петренко Лидия, Корсун Мария, Аненко Иван, Ворожко Екатерина, Чуракова Любовь, за Пегасова Вера, Блинкина Блинков Иван, за Блинкова Татьяна, Боева Алла, за Гайдадина Мария, Стрелец Клавдия, Гайдадина Валентина, нерожденные дети Боевой Аллы, нерожденный ребенок Боевой Анастасии, Кузьмина Александра, за Кузьмин Владимир, Кузьмина Галина, Кузьмин Василий, Кузьмина Ольга, Кузьмин Федор, Тыщенко Николай, Губанов Михаил, Губанова Любовь, Тимофеев Михаил, за Тимофеев Евгений, Тимофеева Полина, Тимофеев Иван, Дурникина Зинаида, Дурникин Владимир, Агафоновы Иван и Наталья, за Агафонов Борис, Добровин Игорь, Уламасов Евгений, Скворцова Рима, Карпов Андрей,
Черная Мария за Зубко Николая, Кураева Елена за Зубко Валентина, Бель Мас Алена за Анастасия Костюхина, Соколов Алексей за Соколова Галина, Белов Александр, Тупоногова Вера, Соколов Александра, Калита Надежда, Мешков Анатолий, нерожденный ребенок Богодуховой Ольги, Круглова Екатерина за Кречетова Раиса, Свидерская Ольга за Серов Федор, Серов Василий, Серова Екатерина, Жертенков Митрофан, Петлинов Павел, Петлинова Екатерина, Петлинов Василий, Петлинова Елена, Антипов Григорий, Антипова Прасковья, Карпов Александр, Карпова Анна, Свидерский Николай, Свидерская Мария, Свидерский Корней, Дрите Давидаси за нерожденные дети рода, Тарине Давидаси за Рожков Лев, Леснова Ольга, Захарова Яна, Ильницкая Светлана за Кожуховский Алексей, Ильницкий Александр, Ильницкая Вера, Степанцов Николай, Штанг Мария, Родионова Елена за Наумова Галина, Тылызин, Талызин Константин, Мусин Махасим, нерожденные дети Родионова Елены, Лазаряк Мария за Паков Владимир, Хабарова Нина, Михалевич Ольга, Торопова Светлана за Торопов Афанасий, Торопова Елена, Свешников Георгий, Свешникова Александра, Кальковцова Елена за Калашников Роман, Калашников Виктор, Калашников Константин, Волкова Антонина, Викторова Надежда, Викторов Павел, нерожденные дети Мария Кальковцова, Гафарова Ольга за Поярков Александр, Борисенко Петр за Борисенко Михаил, Борисенко Александр, Александра, Александровская Татьяна за Александровский Владимир, Ахмадулина Рената за Ахмадулина Анис, Ахмадулин Кадим, Фаткулина Рима, Фаткулин Шагиду, Сабхангулова Райфа, Гайнанов Анвар за Гайнанов Ренат, Гайнанова София, Гайнанова Гульфира, Кузнецова Мария за Горин Павел, Горин Нина, Синакин Джим, Синакина Ольга, Синакин Евгений, Лебедев Сергей за Николаев Сергей, Лебедев Сергей, Лебедев Прокофий, Лебедев Федор, Коботова Юлия за Мария Захаркина, Ерасин Захаркин, Анна Жировецкая, Иван Жировецкий, Мария Жировецкая, Михаил Жировецкий, Татьяна Коботова мама, Николай Хоботов, Татьяна Хоботова бабушка, Полина Матвеева, Василий Матвеев, Иван Хоботов, Хоботова прабабушка, Борисова Людмила, Терезы Александра, Тереза Александра, Терезы Сергея, Сорокотяк Кирилл, Сорокотяк Мария, Терезы Иван, Тереза Ольга, Едуш Леонид, Едуш Раиса, Едуш Владимир, Борисов Марк, за Борисов Владимир, Борисова Людмила, Лугинина Евдокия, Лугинин Григорий, Борисова Александра, Борисов Тимофей, Бондаренко Анна, Бондаренко Семен, Гумбусов Александр, Аринин Николай, Аринин Тимур, Чурикова Яна, за Александр Чуриков, Ингам Абдрахимов, нерожденные дети Алии Абдрахимовой, Агарков Владимир, за Агаркова Татьяна, Колосова Анна, за Мешкова Александра, Мешков Георгий, Седов Виктор, Седова Ангелина, Шпаковская Виктория, за Шпаковский Валентин, Мирина Марина, за Прохоренко Ольга, Сарана Петр, Сарана Раиса, Сарана Иван, Сахно Екатерина, за Колосов Александр, Андреева Екатерина, за Семенов Андрей, Маковеев Валерий, Кучина Тамара, нерожденный ребенок Екатерины Андреевой, Величко Екатерина, за Тюменцев Александра, Баценко Григорий, нерожденный ребенок Величко Татьяны, Тюменцев Михаил, Кудряшова Полина, Ясер, дедушка детей, Григорьева Елена, Юрий Шиханов, Вера Шиханова, Александр Григорьев, Игорь Андреев, за Митрофанова Инна, Алафинов Сергей, за Алафинов Александр, Алафинова Мария, Алафинов Митрофан, Алафинов Константин, Сахаров Владимир, Маркина Надежда, Сахаров Анатолий, Зубарев Михаил, Шарнин Вячеслав, Валерия Волкова за Андрей Бурдин, Александр Григорьев, Малинина Ольга за Валерий Малинин, Александра Лавичнева, нерожденные дети рода Малинина, Черножукова Наталья за Егорова Татьяна, Исайкин Николай,
два младенца Черножукова, Тарасенко Вадим за Тюрина Павлина, Прохоренко Денис за Прохоренко Ольга, Герасимова Александра за Горбунов Семен, Горбунова Александра, Герасимова Александра, нерожденные дети Герасимовой Александры, Байгуленская Наталья за Орлова Мария и ее нерожденные дети, Байгуленская София, Фабричных Валерий, Рыбенко Валерия за Рыбенко Анатолия, Барбарыкин Виталий, Барбарыкин Валентин, Юлия Старченко за Степан Чекунов, Харитон Старченко, Михаил Карасев за Тамара Кузьменкова, Николай Карасев, Татьяна Тарасова за Юрий Тарасов, Светлана Тарасова, Полина Данилова, Зинкина Алина, Зинкина Алия за Насырдинов Мунир, Степаненко Максим за Гопанандини Пак Галина, Пак Илья, Степаненко Евгений, Степаненко Валентина, Степаненко Василий, Александрина Торба за Тихонова Мария, Ярцев Николай, Торба Любовь, Торба Григорий, Адиганга Дельдаси, ушедшие родственники, Мальцев Владимир, Вильячковская Григорий, за Огородная Татьяна, нерожденный ребенок Ивельской Нины, Рахматулина Ирина, за Маслов Александр, Маслова Валентина, Кашин Михаил, Кашина Валентина, Маслов Константин, Рахматулин Гарифула, Садхана Ситхида, за Шатилов Вячеслав, Максимова Светлана, за Рязанов Петр, Костина Мария, за Варзина Алиса, за Сатарова Сайма, Глухова Александра, нерожденный ребенок за Варзина Алисы, Юрская Наталья, за нерожденный ребенок Андрея и Наталья Юрский, второй нерожденный ребенок Андрея и Наталья, Ширинов Гусейн Илы Нуру Оглы, Ширинов Сома Гумей Талы Кзы, Ширинов Абазар Гусейн Нали Оглы, Ширинов Басди Сала Казы, Обенек Александр за Горьковская Валентина, Хорошев Илья, Хорошева Надежда, Горбунова Валентина, Романенко Александр, Романенко Тамара, Опенюк Петр, Опенюк Мария, Опенюк Федор, Горьковский Евгений, Сингареев Олег, за Сингареев Борис, Сингареева Татьяна, Тишковец, Тишкевич Николай, Тишкевич Лидия, Сингареева Наталья, за Медведев Яков, Эвальд Бой, за Раиса Высоцкая, Антон Ковтунов, за Ковтунов Иван Анатоль, Ковтунов Иван, Соколова Елена, за Соколова Мария, Соколов Владимир, Соколов Владимир, Соколов Виктор, Лохно Любовь, за Третьяков Владимир, Третьякова Екатерина, Бельченко Ирина, за троих нерожденных детей Бельченко Ирины, Ефимова Ольга, за Ефимов Евгений, нерожденные дети Ефимов Галины, Григорьян Марьям, Карпук Александра, за Карпук Светлана, Карпук Виктор, Юрский Андрей, за Галина Юрская, Дмитрий Юрский, Сергей Юрский, Татьяна Шевелева, Алексей Шевелев, Алексей Шевелев, Елена Короленко, за Назарова Анна, Андрей Игнашкин, за Игнашкин Владилен, Кушманцев Юлия, за Рожкова Степанина, Белосердцева Зинаида, Аргентов Михаил, Хорошева Сергей и Ольга, за Жукова Галина, Щеголькова Тамара, Щегольков Владимир, Кудякова Маргарита, Царькова Людмила, Романова Екатерина, за Букарев Андрей, Букарев Любовь, Букарева Любовь, Фирсанова Анна, за Сергей Фирсанов, Андрей Фирсанов, Евгений Фирсанов, Мария Фирсанова, Мария Перякина, Сергей Перякин, Елена Короленко, за Виктор Назаров, Татьяна Рубинова, Михаил Николаев, Новикова Наталья, за Ефимычев Ва Надежда, Майорова Анастасия, Майоров Петр, Ефимычев Рима, Ефимычева Рима, Ефимычев Иван, Новиков Сергей, за Новикова Александра, Бригман Валентина, Бригман Иван, Новиков Николай, Новикова Екатерина, Юрская Наталья, за Рахманова Елена, Абрамова Вера, Чумачкова Инна, за Четвертных Ольга, Портнова Ирина, Багевленская Наталья, за Фабричных Василий, Орлов Василий, нерожденные дети рода, Вэлори Джейк Донел, Ошмян, за Ошмян, Игорь, вы можете назвать тоже свои имена и за кого хотели помолиться. А вы нас прочитали? Да? Да. Шахаля Дмитрий, наверное, вы еще не прочитали, потому что следующая история была после Дона. Вот Дона это как раз. Это мы.
за Петрова. А также за Гунасундари Мададжи, Таруни Туласи, Светлана Павличенко, Лия Лявин Андрей, Виктор Монахов, Вера Рязанова, Синяков Алексей, Синякова Таисия, Логвинова Мария, Калаев Ефим, Вьясадева Прабу, так, Ишана у нас прочиталась, Маника Давидаси, за Маурицу Ля Мантия, Анна Кукушкина, Иван Кукушкин, Николай Кукушкин, Раскева Кукушкина, Петр Кукушкин, Николай Чеканов, Александр Чеканов, Антонина Чеканова, Джозеф Шульц, Валентина Штанько, Хеман Гедевидаси, за Тумаковых Федора Мария Владимира, Кряжевых Алексея Тамары, Сама Риных Николая, Елены, Нина, Мария, Анны, Стукалин Юрий, для всех нерожденных детей, Сушила Давидаси, за Василий Надежда, Лукерия, Дед Андрей, Андрей, Валентина, Владимир, Максим, Вера, Виктор, Ирина, Марк, Иосиф, Мария, Евдокия, Иван, Маша, Виталий, Ян, Михаил Новиков, за Новиков Михаил, Новикова Надежда, Новикова, Новиков Геннадий, Полежаев Марат и Махабхарата Прабу также просил помолиться, за Гандарпа Джани Давидаси, для своего отца, Вера Станишевская, за Татьяна, Юрий, Альбина, Мария, Агафия, Ефим, Зотева Андрея и Анжела, за Зотева Николай, Анна, Иван, Метельская, Раиса, Евгений, Азисипова, Василий, Мария, Елена, Дмитрий, Лидия, Куряча, Степан, Наталья, Жигунова, Меджит, Тося, Шансет, Наталья Попова, за Попова, Галина, Василий, Елена, Харламова, Кошка, Рёва, Пелагея, Сафон, Валентин, Елена Доцкова, Кришна Валабха Дас, за Валерий, Михаил, Александр, Раис, Александр, Кирилл, Василий, Анастасия, Семен, Анна, Кришна Приедавидаси, за Горожанкины, Константин, Петр, Александра, Геева, Сергея, Федора, Варвара, Кулакова, Вероника, за Кулакова, Дмитрий, Зоя, Вячеслав, Стоянкина, Мария, Топалы, Степан, Сава, Литвинова, Прокофьев, Христина, Николай, Параскевы, Анисимова, Николай, Нина, Махаришев Видаси, за Макраусов Николая, Козадерова Галина, Татьянина Людмила, Махабхарата Прабу, за Калиновский Евгений, Анатолий, Ольга, Сергей, Белинская Елена, Евдокименко Андрей, Кочешков Юрий, Павел, Бодров Игорь, Клеопатра, Бро Мирский, Валентина Гриша, Виктория Башкуева, за Аюшева Цемат, Станислав, Зинаида Башкуева, Михаил, Надежда, Сергей, Бейданов Василий, Романова Борис и Дмитрий, за Романова Сергея, Любовь, Рима, Вера, Васильева, Васильев Юрий, Дикарева Сергей, Валентина, Хачук Ирина, Цюрих Юрий и Вера, Петренко Андрей, за Петренко Валентин, Галина Алексей, Василий Зинаида, Галкины Иван, Валентина, Макарова Александр, Валентина, Рамбоева, Рамбаева Григорий, Нина, Сафронов Василий, Московины, Захар, Алевтина, нерожденные дети, Петренко, Елена, Сафронова, Татьяна, Макарова, Вера, Ювкина, Ольга, Анна, Раковец, Сергей, за Баранова, Дмитрий, Ксения, Раковец, Иван, Галина, также Бактин, Юлия просила помолиться за двух, за свою тетю и еще одного своего родственника, но имена не прислала. Авагана кармана раджаям. Итак, сейчас мы будем призывать священный огонь, и мы можем в этот момент медитировать, что Господь из нашего сердца входит в стихию огня, чтобы принимать наше поклонение и таким образом принести все благословения для тех родственников, за которых мы сегодня молимся. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Prajapati Vishnu Rishi Prityashandaha Shvishnu Devata Abhistapni Vinyogaha Om Bhubaha Svaha Om. Сначала мы просто зажигаем огонь, потом мы специальными мудрами очищаем эту стихию. И, собственно, вот сейчас происходит призывание. Увачнамнуми агача агитвамбачнамас авахаями стапаями пуджаями. Дорогой Господь, пожалуйста, приди сюда, в эту стихию огня. Пожалуйста, оставайся здесь до конца яги. Пожалуйста, принимай наше поклонение. Пожалуйста, будь благосклонен к нам. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Сарвана Санхиту, выражая таким образом почтение Господу в храме, Творцу этой вселенной, вот, и, собственно, Шрила Прабхупаде. Там все на одном листе, просто, может быть, я сначала. Ну, там повторяется последняя строчка в стихах. Говинда мати пуришам тамагам баджами. Вот это да, ее с нами тоже читайте. Итак, Шри Брама Санхита. Ишвара Парама Кришна Сачитаранда Виграха Арадирадир Говинда Сарвакарана Каранам Сваха. Прокарасадмасукарпавритша Лакшавритеша Сурабидха Випараянтам Лакшми Сахасра Шахасамбрама Сенябанам Говинда Адипурышам Тамахам Баджами Сваха Винам Кваранта Паравинда Далайаташа Паравартам Самашитам Будда Сундарангам Кандарпа Котика Мания Вишеша Шабьям Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Палала Чандра Карасатва Намадья Вамши Ратнан Гарам Праная Кирикара Вирасам Шьяманты Банга Аритам Нияхра Пракашам Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Анга Ниясья Сакарендри Тивитти Манти Пашьянти Панти Калаянти Чирам Джаганти Ананда Чинмая Садучвала Виграхасья Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Адвайта Ачютаманади Парантарапам Адьям Пурана Пурушам Навайаванам Ча Видишу Дурлапа Мадурлапа Атма Бхактам Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Пандасту Карпи Сатаватсара Сампрагарья Vaya Padatti Manasamani Padgavanam Samyasti Yatra Parasindhya Vichinta Tatve Govinda Ani Purusham Namaham Bhajami Swaha Ekavya Sara Chaitam Jagananda Kodim Kavya Chastirasti Jagananda Chayaya Danta Антантараста Паравана Чаянтарастам Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Яткава Павита Тия Манучаста Тайва Сампрапья Рапа Махивасана Яна Боша Сактарья Вива Нигама Пратитаста Ванди Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Ананда Чинмая Раса Пратибхавитапис Тахирья Эва Ничара Пандая Караги Галокка Эва Нивасатья Киратма Бута Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха Приманчана Чухита Бхакти Вирочанена Сантасарева Видаешу Вирокаянти Якшьяма Сандарама Чинтя Гунасварупам Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами Сваха
Гинду, Кришна Своям Самабават Параматпаманья, Говиндам Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Яся Права Прававата Джагананда Кани, Коти Шашиша Вашатани Вибутти Билам, Татам Манишка Равананда Машиша Будам, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Майя Хияся Джагананда Шардани Сути, Райгунья Таттвишая Веда Витая Манам, Саттва Парам Випара Саттва Вишутта Саттвам, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Ананда Чинмая Расатматая Манасу, Ях Пранинам Пратипарам Смаратам Пупитя, Лилая Тейна Буванани Чаят Чачашрам, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Голоканам Нихичадам Нихичатасья, Деви Махеша Харидама Шутеша Тешу, Тете Прабава Ничая Вихитасчаена, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Срищи Штити Прарая Садана Шакти Эка, Чаева Яся Буванани Випарти Дурга, Инчану Раббама Пияся Чатишта Деша, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Ширам Яданда Химикара Вишеша Йога, Санджаяти Нахитата Притатасти Хета, Яшам Бхутатва Питатат Самапайтикарья, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Дипача Дева Хидашантарам Абхупитя, Дипая Деви Вритта Хету Самана Дарма, Ясна Вишива Хича Вишну Тая Нибати, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Янкара Нава Баджаре Баджати Сма Йога, Нидра Ананта Джагананта Сарама Капа, Адхара Шакти Мавалямья Парам Самуртим, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Яйсяйка Нишва Сиддакала Пратавалямья, Дживанти Рома Вилача Джагананда Нанта, Вишнур Маханса Ихаяся Кала Вишеша, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Басванья Дашма Шакареша Ничеша Теджа, Сриям Кият Пракатаятья Видат Прататра, Брамая Эша Джагананда Витара Кадхета, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Ят Пара Пара Айогам Винитая Кумба, Ванри Пранама Самайи Сагаратти Раджа, Инан Виханта Парамасья Джагатраясья, Говинда Ади Пурушам, Намахам Баджами Сваха. Аги Махи Гагана Памбу Маруди Шашча, Каластаратма Манасити Джагатраяни,
Ясмат Баванти Вибаванти Вишанти Ямча Говиндамани Пуришам Тамахам Паджами Сваха Ямча Шуриша Савита Сакала Граханам Раджа Самаста Сурамути Ашишатитя Ясья Джная Брамати Самварита Кала Чакра Говиндамани Пуришам Тамахам Паджами Сваха Дармо Тапаппа Ничая Шчатая Шчапамшти Брама Никита Паттагава Чая Чадива Ядатра Матра Вибава Праката Прабава Говиндамани Пуришам Тамахам Паджами Яствиндрагопа Матавиндра Махасакарма Банха Нурупа Калабаджана Матаноти Кармани Нирдати Кинта Чабакти Ваджам Говиндамани Пуришам Тамахам Паджами Сваха Ямхротха Кама Сахача Пранаяни Пхити Ватсарья Моха Мургарава Севья Бавай Санчитья Тасса Садышим Тану Апурети Говиндамани Пуришам Тамахам Паджами Сваха Шия Канта Канта Парама Пуриша Калпатарава Дравабхавишчинтамани Канамаятаям Амритам Катаганам Натям Гаманам Абивам Шипреасаки Шчидарандам Джоги Парамапита Асвадир Абичам Саятра Ширави Сравати Сравьявешча Сумаха Кивишаракья Вавраджати Нахиятра Исавайаха Ваджешвитали Памтамахам Ихикалакамитиям Вирантасте Сантакши Киралачара Катипайе Сваха Ишвара Парама Кришна Сачитаранка Виграха Анани Адир Говинда Сарвакарана Каранам Сваха совсем та кремация, которая описывается в шастрах. То
есть по шастрам нужно кремировать именно на дровах, а не на электрической печке. Вот, там специально сжигается огонь, специальные мантры. Вот, ну, что мы уже то делаем, да, вот, главное стараемся дать просад, святое имя. Om Hanumate Svaha, Om Varishaya Svaha, Om
О душах, попавших в это место. И мы делаем подношение Инде, и Шилпрапада говорит в комментариях, что именно ему предлагается подношение для блага ушедших. Прабхупада, 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 Джая, Джая, Прабхупада.
прежде чем попрощаться с участниками трансляции, я скажу, что завтрашний день, он проходит под Накшатрой Барани, и правителем Барани Накшатры является Ямарадж, бог смерти. Вот, и считается, что подношение в Барани Накшатру, подношение предкам в Барани Накшатру, они особенно благоприятны. Плюс ко всему, завтра еще суббота, день Сатурна, Шани. И завтра мы будем читать Шри Кшинашчара Крита Нарисимха Стути и другие мантры, посвященные Господу Нарисимха Дева. Вот, поэтому постарайтесь завтра найти время в 3 часа и принять участие в нашей яге, либо онлайн, либо, если у вас есть возможность приехать в храм на Каусинена, вот, это тоже будет очень хорошо, благоприятно. Вот. И я искренне желаю, чтобы эта церемония Питрипакша прошла для вас наиболее плодотворным образом. Еще раз спасибо тем вайшнавам, кто делится своими реализациями в чате. Вот, если вы тоже чувствуете какой-то ответ от своих родственников, пожалуйста, тоже напишите. Вот, ну, я на этом сейчас завершу нашу трансляцию. Вот, спасибо еще раз за участие.